Здравствуйте, друзья, подписчики канала «Карелия. Все рыбалки» и не только. Вот так у нас меняется погода. Вчера было местами даже до минус 17, у нас было 14. Сегодня вот, если видно, вот видите, пятерка. Минус 5, снежок пошел. Так, хочу вам показать. Вчера все видели, это будет как продолжение видео про крош. Вчера я позвонил, сказали, что причина, скорее всего, вот эти вот продухи, которые, то есть двигателю не хватает нагрева. Холодно, и то есть где-то что-то перемерзает, то ли карбюратор, то ли бензонасос. Вот я вчера вечером закрыл эти продухи все, поработал маленько, все было нормально. Но было темно, не стал снимать, показывать. Вот сейчас хочу все это дело проверить. Как это все будет выглядеть с ними. Сейчас заведусь вместе с вами. Хочу сделать обзор, потому что, понимаете, я вам честно скажу. Вот технику, все видеообзоры, все на эту технику, в основном делают производители. Понимаете? И вот от этого идет вся беда. Потому что производитель, ну, вольно-невольно, он все равно будет, ему продать надо эту технику. Он будет показывать, что все хорошо. Он ее, ну даже не поэтому, он знает ее. Он едет там, где он уже ее проверил. То есть потребитель, мы не знаем возможности этой техники. Вот мы увидели видео, и нам кажется, что все. Эта техника как раз она туда, куда надо. Но вот видите, первый холод, первый мороз, и вот у меня такая неудача. Но я думаю, все это исправимо. Сейчас все будем смотреть и пробовать. Вчера накрывал, ветром взяло, все сдуло. Ну что, пробуем. Прямо вот на ваших глазах завожу. Подсос. Заводится вообще полпинка. Пусть прогревается потихоньку. Будет. Попробуем покататься. И вот буду экспериментировать теперь, ребята. Буду экспериментировать как раз с этими продухами. Потом я сделаю окошки как-нибудь так, чтобы будет нагреваться, значит, приоткрывать, опять закрывать. Потому что двигатель воздушник захватывает холодный воздух. Ну а сами понимаете, Китай, вот эти карбюраторы, все, они очень-очень чувствительны к влаге, к воде. Ну и бензин, конечно, у нас тоже немалую роль играет, потому что, сами понимаете, в нашем бензине водичка, скорее всего, присутствует. Это ни для кого, наверное, не секрет. Что я сразу понял, что что-то не то, потому что я летом я очень мало на нем практически не ездил, но весной ездил, потом вот осенью уже ездил, там у меня даже есть видосик. Есть видосик, что я ездил, пробовал, и все это у меня работало, то есть без проблем. Вот первый такой заморозок. Сначала у меня была проблема сразу. Я завел. Я завел. У меня с подсосом была проблема. То есть я завел и убираю подсос, у меня стали подниматься обороты. Понятно, что где-то что-то прихватило. Где-то или заслонку прихватило, или же, то есть смесь, скорее всего, пошла обогащенно. Потом он прогрелся, это все прошло. Но вот на рыбалку мы не смогли съездить. То есть он заводится без проблем. Я еду сначала метров 50, сам оставил, он глохнет. Тут же завожу, опять метров уже 40, глохнет. И в оконцовке я ехал уже назад, но мы маленько отъехали. Я ехал уже назад,
И он, представьте, он проезжал всего у меня метра 5. И тут же глох. Вот, пожалуйста, вот он опять заглох. Видите? Вот не знаю. Или что-то с карбюратором. Надо что-то думать. Фиг знает. Заводится, работает. Что такое? Ну, будем прогревать, будем смотреть сейчас. Буду пробовать. С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Ну что, пока работает. Сейчас попробую тут во дворе. А там будет видно. Опа. Обзор, ребята. Хорошо то, что переключается очень удобно. Ну и рулевое гидрообъемное. Это, ребята, класс. То есть вот, видите, вот одной рукой. Смотрите, рулись. Вот это с третьей будет трогаться, видите? Возьму пешню, ребят, и мы с вами попробуем на озеро съездить, на наше большое, и посмотреть, что там со льдом. Потому что вчера уже лед вставал. Надо посмотреть, что там будет.
расстроился. Техники надо привыкать, смотреть минусы, плюсы, потому что все видеообзоры потребителей, ой, не потребителей, а тот, кто делает велосипеды, все сделано для разных условий, то есть условия, также навыки. Друзья, вот озеро стоит. Сейчас будем пробовать. Так, посмотрим, что тут. Ну вот, чувствуется тепло. Видать, не работает ровно, не глохнет ничего. Ну что, будем смотреть дальше. Тестировать. Отлично. Вот видите особенности двигателя. Я думаю, что вот так можно и в морозы будет попробовать. Но все равно сейчас вот минус 5, все равно зима. Вот надо здесь только попробовать, чтобы оно как-то отгибалось. Нагревается, приоткрыл. Все, продухи я закрыл даже здесь. Вот. Ну что, пробуем. Лед. Видите, в этом году как мало воды. Ну, здесь будет очень затруднен налет. Тут лед. Шкура выпала. Вот он. Пока иду, пока не трещит. Ну что, друзья, смотрим. Лед, во, ребята, вот такой лед. Он все, он уже даже эту технику будет держать. Запросто. Такой же, ребята. Все, этот лед будет держать уже, и этот каракас. Сейчас попробую выехать, пробую прокатиться. Вот сантиметров 7 лед. И будем попробовать первый выезд на лед. Так, здесь мне тут выехать поудобнее. Надо вот тут вот выезжать.
смотрю. Не, лед даже не трещит. Да кажется так. Ребята, лед даже вот, видите? Не, вот тут вот есть трещина. Вот. Ладно, еще будем ждать маленько. Мороз. Друзья, вот еще один тест прошел. Все окей. Ну, дальше будем видеть, привыкать. Работает отлично. А вот он, воздух холодный сосет. Ну, вот так нагрелся. Я не скажу, что здесь температура огромная. Ну, все отлично. Ну, видео, наверное, будет небольшое. Не знаю, сегодня, если еще куда-то поеду, посмотрю, потестирую. А так все видели сами. Так что вот на будущее, ребята. Как только двигатель замерзает, холодно ему, начинается проблема с карбюратором, с топливом. А так все отлично. Решили мы все-таки на рыбалку брать. До пней доеду вот туда, а там будет видно, да? Ну посмотрим, давай.
давай попробуем. Надо пробурить. Да. Смотри, если что, сразу на ту сторону переедем. Да. Бери. Так, что тебе подавать? Ящик открой, Андрей. Вон, ручку подними. Вот отсюда аккумулятор. Так, это тебе сколько нужно? Пусть будет пока там. Пусть лежит. Держи. Ну что, пока нормально, да? А? Как рабу, как ехать? О, ты что? Ну там по колдобинам хреново. Понятно. Так ты бы, Андрей, удочку брал бы, дошел, пробовал. Так я, конечно. Ну что, друзья, вот мы доехали до сюда. Вот лед. Нормально, вдоль берега он идет. Пока ничего такого опасного я не вижу. Сейчас пробуем лед, смотрим, что тут со льдом. Переезжаем на эту сторону. Ручей. Так, смотрим лед. Вот лед. Лед тут поменьше, сантиметров 5. Я не знаю, проскочим мы тут, нет? Не знаю, там одному так. Вот я и проехал. Нормально. Вот смотрите, лед сантиметров 5-6. И он запросто держит такую технику. То есть без проблем. Брат снимал, говорит, ну немножко, как вот от человека бывает, потрескивает лед. Все так без проблем. Так что вот так вот. Ладно, пробуем рыбачить, пока тишина. Что-то столько пробурили. Вот брат Андрюха двух поймал, и у меня один. Тыркал и сошел. Больше пока поклевок нет. Почему, не знаю. Пробую. Это разведка. Разведка больше техники, чем рыбалки. Чего много может быть? Здесь еще стрельнет все. Может, только-только лед стал. Может, то, что он... Ну, уж пятно светлое очень получается, потому что лед темный, прозрачный. Когда ты буришь, вода и просвет очень сильный. Может, он этого боится. Вот это, ребята, я... Нет, там был поменьше. Вот это я отличился. Ай, какой красавчик сигазерский. Хе-хе-хе, окунёчек. Как лупанул, так бух. Есть, крутится, ай, красавец. Это окуньки. Какая разница, сколько их. Одна такая поклёвка. А тут ещё лесочка у меня тонкая. 0,12, по-моему. Ну, он лупанул-то, конечно, просто. Есть, крутится. О, еще один, ребята. Опа! Андрюха, еще один. Слышишь? Небольшенький, но есть. Я думал, сегодня не обрыблюсь. Эх, красавец. Вот таких оконцов-то подергать.
прелесть. Может, и под вечер расклюется. Видите, приехали-то днем, не рано утром. Ну, это все разведка, разведка и разведка. Лед. Потому что, если ты знаешь ситуацию ледовую, то уже безопасно куда-то ехать, ты уже все понимаешь. Столько лет на водоеме на этом. Представляешь, где что и как замерзло. О, ребятушки, еще одного конька взял. Такой уже едовой, хорошенький. Красавчик. Чего брать? Ты свою мелочь покажи. Хороший окушочек. Дюбнул прямо аж прелесть. Ну, разведка все равно удалась. Крутится, слабенько берет, видно, мало еще его зашло. Может, лед пугает, ему надо восстановиться. Все, будем собираться домой. Снежок маленько пошел. Завтра посмотрим, если все срастется, поедем еще в одно место. Ну, вот такой улов у нас получился. Вот такие вот неплохие окуньки. Два котов или Илуни. Так что рыбалка состоялась, сковородка есть. Все, ребят, едем домой.